на 777. Пригоди всім. Пане Романе, цікава ситуація розгортається в Чечні і в Кадирова, тому що починаються там для них дуже неприємні процеси. Бо в Кадирова відповіли Кремлю на вимоги щодо грошей. Про що це є? Суть в тому, що в Чечні їхня влада повідомила, що їм не вистачає катастрофічно грошей. Це і так дотаційний регіон, дотаційний республіка. Мільярди отримувала в нас Кремля, вони сказали, що їм не вистачає. В Кремлі сказали, мовляв, хай на місцях чиновники і керівники, такі як Кадиров, в тому числі, займаються дефіцитом бюджетів. На що, знову ж таки, в Чечні відповіли Кремлю, що, мовляв, ми маємо такі великі проблеми, внаслідок також і двох чеченських воїн. Нагадаю, це коли Росія загарбувала Чечню. Наскільки реально те, що може початися серйозне протистояння Кадирова і Путіна? Россияне, в основном москвичи за это ответственные, они раскатали Чечню не один раз. Грозный был уничтожен практически авиационными бомбардировками, как наш Мариуполь. Погибли десятки тысяч чеченцев, и никогда чеченский народ не простит москвичам, россиянам эту боль. Кадыров дань берет с россиян сейчас, это ж понятно. То есть он вырулил ситуацию в такую плоскость, что сейчас россияне, москвичи платят Чечне дань, лично Кадыров. Потому что здесь сказать? Ну, молодец, красавчик. И сейчас начинает выкручивать руки, а куда деваться Путину? Даст он ровно столько, сколько Кадыров запросит, потому что не захочет Путин именно сейчас разборок с чеченцами. И ответа за те смерти, десятки тысяч смертей, которые россияне нанесли в Чечне. Естественно, Кадыров сейчас будет выкручивать и дань увеличит. Я бы на его месте вообще в 10 раз увеличил. Нолик бы добавил просто к той сумме, которую россияне платят Кадырову последние несколько лет. Ну, а реально именно чеченцы, они будут, наверное, первыми, может быть, ингуши, дагестанцы, которые будут разваливать, начнется развал Российской империи, именно с Северного Кавказа. Это все прекрасно понимают, это все просчитываемо, и Северный Кавказ станет, наконец, свободным от этого российского царя, который уже сотни лет достает Кавказ. Северный Кавказ, это тот же Кубань, это черкесы, это не россияне, не российские казаки, не украинские казаки, кто бы там что ни говорил. Там войско Донское казачье, у меня просто прадед сотник Всевеликого войска Донского, так находится это под Донецком, по крайней мере, казачья станица была, оттуда я и родом. А вот там за Доном, между Доном и Кавказом, это земля черкесов. Это российский царь, опять же, российские цари в свое время уничтожили, пытались уничтожить государственность черкес. Черкесы вынуждены были, их размотало по всему миру, в основном ушли в Турцию. Это надо возвращать, этот народ, и вот Северный Кавказ, Чечня, Ичкерия, Дагестан, там несколько еще есть народов и народностей, черкесы на Дон, на Кубань. То есть вот этот национальный кластер, который должен восстановиться. И я думаю, Кадыров сейчас, понятно, он ему дань собрать, это ясно на данный момент, то есть дорисовать этот нолик еще, а реально там процессы намного глубиннее, и Кадыров их не удержит. Они взорвут Северный Кавказ и снесут российскую государственность. А по большому счету Москва должна стать городом чечен. Это в обмен на Грозный, на то, как они его разбомбили, разнесли. Потому это такая должна быть вотчина чеченская. Именно Москва. А москвичи в рабство, наверное, лет на 100 должны попасть чеченам, для того, чтобы восстановить какие-то отношения, по крайней мере, с этим народом. Пане Романе, Інститут вивчення війни, аналітики кажуть, що Путін і Кремль готуються до війни проти НАТО. Як аргументи вони наводять навчання в Охотському морі, а також про те, що вчора буквально Путін заявив під час наради з економічного розвитку російської арктичної зони стратегічний інтерес його країни до Арктики.
І, ймовірно, Росія має намір посилити військово-морський потенціал у цьому регіоні, беручи до уваги вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Чим швидше європейські лідери, чим швидше лідери Америки, Северної, це як мінімум, поймуть, що єдине спасіння, я би так сказав, демократичної цінності європейського видіння розвитку, это их спасение, это развал Российской империи. Чем быстрее они это поймут, чем быстрее впрягутся в эту лямку, которая тянет эту арбу для того, чтобы развалить Российскую империю. То есть чем быстрее поставят себе эту задачу, тем меньше людей погибнет в стычках и в войне с россиянами. С имперцами с этим. То есть это сейчас можно сделать. Есть еще несколько лет, там, буквально года три, пока россияне полностью не перейдут на военные рельсы, пока это не восстановят потенциал Советского Союза, пусть старый, пусть не технологичный, но количество у них будет достаточное. Союзла с Ираном, Китаем, Северной Кореей. А это будет серьезная сила. Потому чем раньше развалим Российскую империю, тем меньше европейцев, американцев погибнет. Пан Роман, також повідомляють в Сполучених Штатах Америки, що США допоможе Україні на 24-й рік розбудувати і спланувати все так, аби Збройні сили України ставали більш незалежними від зовнішніх чинників і факторів, тобто від допомоги, в тому числі, із Сполучених Штатів. Наскільки це реально, наскільки це швидко можна втілити? Це однозначно реально. Це якраз, я би так сказав, повинна бути наша мечта, збившаяся. Тобто це те, що ми за 30 років не зробили. Самі зараз з допомогою американців можемо відновити і запустити. Нам треба своє производство, своє, на своїй території своє производство, прикрите з воздуха. И в достаточном количестве не только чтобы обороняться, а чтобы и наступать. Причем производство всего, начиная от патрона 5,45, которого не хватает, и заканчивая баллистическими ракетами межконтинентальными, чтобы можно было достать и Северную Корею. Не все так просто с Северной Кореей. То есть вот так надо развивать это производство, и включая восстановление ядерного потенциала. Американцы как минимум нам могут передать в программе обмена ядерного вооружения, передать хотя бы, поставить на хранение бомбы Б-61-12, это ядерные, с ядерным зарядом. То есть после вхождения в НАТО. К этому надо стремиться, стать или шестой, или седьмой страной, если поляки тоже их получат. Тогда седьмой страной на европейском континенте под эту программу попавшей. То есть нам надо, еще раз повторюсь, начиная от патрона и заканчивая ядерной бомбой, вот это все надо производить и производить у себя. Американцы очень хороший старт этой программы, но надо не забывать и европейцев. Очень много европейских компаний, с которыми мы можем создавать довольно устойчивые союзы, и нам, в принципе, в общей системе безопасности она будет намного устойчивее, чем даже с участием Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов сегодня мозоль на голове, завтра что-то где-то зачесалось не в том месте, кто-то куда-то полез, они все бросают и занимаются своим вопросом. То есть на них в этом смысле надеяться долго нельзя. Но как стартовые определенные условия однозначно нужно. Там довольно-таки серьезные технологии и подход. Американцы могут запускать производство, они тут специалисты. Мы тоже раньше могли, но из-за верховных главнокомандующих, всех, которые только были в Украине, все президенты, это преступники, которые просто не занимались основной своей задачей безопасности Украины. От, пане Романе, є свіжа інформація, поки ми з вами говоримо, що Байден погодився депортувати біженців Сполучених Штатів Америки заради допомоги Україні. Тобто це вимога республіканців, і, скоріш за все йде до того, що таке до Нового року проголосують 60 мільярдів доларів допомоги військовій Україні. Две трети американцев, это минимум, именно они за то, чтобы закрыть границу с Мексикой. 10 тысяч иммигрантов попадает в Америку.
Они всем это однозначно нравится. Ну вот как минимум две трети точно за, и никуда Байден бы не делся, и здесь не так, так сказать, прямое давление или шантаж политический, которым сейчас занялись республиканцы, а это уже требование самих американцев, потому Байден на него пошел, так как он все-таки представитель Америки, народа Америки, потому они тоже этот весь срез делают, потому приняли решение. Решат они вопрос по закрытию стены от Мексики, ну и наш вопрос точно однозначно решится, никто нас не бросит. Единственное, что сейчас, конечно, в режиме таком недостатка боеприпасов, пока не будет ясность, стопроцентная ясность, когда мы получим следующие партии, пока в нормировании придется удерживать россиян. Тяжело однозначно, но я думаю, это будет длиться несколько недель. Где-то перед Новым годом, исходя из тех сроков поставки, раскрытия и дальнейшего движения, мы получим достаточное количество боеприпасов, чтобы где-то до Нового года стабилизировать ситуацию по Восточному фронту, а может быть, иначе движение по Западному.